Підготуємося до школи. Таку акцію до початку нового навчального року запровадили члени партії «Блок» Вадима Бойченко. Про це і не тільки поговоримо з депутаткою міської ради Ларисою Мамаєвою. Пані Ларисо, вітаю. Здравствуйте. Як не заразитися коронавірусом під час навчання? Свої рекомендації провідні спеціалісти «Блоку» Вадима Бойченка надавали маріупольцям протягом останніх тижнів. Знаю, що ви також неодноразово зустрічалися зі школярами, їхніми батьками та вчителями. Тож, які висновки зробили? Наскільки важливий саме живий контакт з людьми? Я хочу сказати, що ця акція була запропонована блоком партії Вадима Бойченка дуже своєчасно. І ми бачимо цей результат, тому що на ці зустрічі приходять дуже багато батьків, дуже багато школьників, вчителів, бабушек, дідусів, всіх нерівнодушних, ті, які разом з нами хочуть уберечь наших дітей, вчителів і мати можливість, щоб наші школи працювали в штатному режимі, тобто мати очне образування, которое, я считаю, оно наиболее эффективным. Mm-hmm. Поэтому неравнодушных много, приходят у людей живой интерес. Мы вместе с ними отвечаем на вопросы, находим какие-то, делаем выводы, помогаем, вместе советуемся, принимаем решения и помогаем и преподавателям, и медработникам сделать правильные выводы и помочь им в организации педпроцесса. В условиях пандемії COVID-19. Нині маріупольці беруть активну участь в обговоренні проєктів розвитку нашого міста. Саме для цього на сайті партії «Блок» Вадима Бойченко відкрито голосування про пріоритети. Їх 5. І саме вони ляжуть в основу програми партії. За 3 дні понад 1000 голосів за пріоритет «Здоров'я містян». Які важливі цілі та завдання входять до цього блоку? Действительно, после форума, который проходил у нас в городе, это форум партии блока Вадима Бойченко, где были определены 5 приоритетов, по которым будет развиваться наш Мариуполь, которые лягут в программу партии блока Вадима Бойченко. Это здоровье, это забота, возможности, отдых и комфорт. Вот эти 5 приоритетов лягут в программу и дальнейшее развитие нашего Мариуполя. На сайте партии блока Вадима Бойченко сейчас идет интернет-голосование, где каждый житель нашего города может проголосовать за будущее нашего города, определить тот приоритет, который он считает наиболее важным. И потому, как наши горожане, как наши мариупольцы проголосуют, мы будем выстраивать вот эту нашу работу, нашу программу. В партию вошли профессионалы всех областей и сфер, поэтому мы делаем правильные выводы и будем выстраивать программу по приоритетности, которая определяет наши жители. Мы видим за 3 дня голосования, что наибольшее количество получил приоритет именно по здравоохранению. Людей это волнует. И то, что партия «Блок» Вадима Бойченко определила проекты, которые будут буквально в первые 1-2 года внедряться, это строительство лабораторных центров, и строительство и запуск диагностических центров. Потому что это важно, люди это понимают. Наши дети и люди пенсионного возраста получат бесплатное обследование в лабораториях в коммунальных и в диагностических центрах. А люди работоспособные, которые работают, они получат эту услугу по себестоимости. Это важно, люди это понимают и за это голосуют. И хотелось бы еще также добавить, что то, что люди это выбирают в приоритет, это понятно, потому что 90% успеха лечения – это правильная диагностика. Дякую вам. Мы також зичимо вам здоров'я і переходимо до інших новин. Спасибо, всего доброго. Сучасні рюкзаки та пенали, набори для творчості та геометрії, а також антисептичний гель для рук для першачків. Напередодні 1 вересня понад 14 тисяч дітей, співробітників комбінатів імені Ілліча та Азовсталь, а також промсервісу та ремонтно-механічного заводу отримали канцелярію від групи «Медінвест».